32 первоклассника, 16 просторных классов и абсолютно новое здание школы и детского сада. Такой подарок Одессе к 1 сентября сделали компании «Кадор Групп» и «Мрия». Благодаря совместному проекту лидеров строительства и инновационного образования на Французском бульваре появился новый учебно-воспитательный комплекс. На празднике достойного уровня образования побывали наши корреспонденты. Сегодня Миша как никогда серьезен. Ему предстоит дать первый звонок в новой школе «Мрия». К заданию малыш отнесся очень ответственно. Полночи не спал и потом заснул. Поддержать маленького мрийника пришли родители и старшая сестра Катя, которая в будущем году закончит 11 класс школы-гимназии «Мрия». Здесь, во-первых, высокий профессионализм у учителей. Хотелось бы отметить, великолепный директор. Школа семейного типа, очень все комфортно детям. А сейчас и вообще шикарная новая школа. То есть сомнений не было, куда отдавать второго ребенка. За 3 месяца здесь, на Французском бульваре, специалисты строительной компании «Кадор Групп» справились с практически невыполнимой задачей. Обустроили территорию, сделали отделку 2 помещений фасадов, установили современные коммуникационные и климатические системы и многое другое. Я хочу сказать огромное спасибо Аднану Кивану и всей семье, Руслану, Ольге. Вы знаете, все лето к нам было только 2 вопроса. Все ли нам нравится и чем еще помочь? Если говорят, Мария Геннадьевна все делает вовремя, то «Кадор Групп» все делает заранее. Это правда. Низкий поклон всей компании. В новый современный учебный комплекс входят 2 расположенных рядом здания – школа и детский садик. Благодаря совместному проекту «Кадор и Мрия» теперь у одесситов есть возможность привести чада в дошкольное учреждение и забрать его выпускником со школьного порога. И быть уверенными, что их ребенка будут учить самому светлому и доброму. Открытые школы – это действительно настоящая радость. Вот охватывает меня и мою семью на все 100%. Он самый торжественный момент. За красной лентой вход в 16 новых классов. Сегодня в них зашли все ученики «Мрии» и их любящие родители. Но в центре внимания, конечно, те, кто только начинает школьный путь. Двери новой школы «Мрия» сегодня распахнулись для 32 первоклашек. Этот праздник был посвящен школьникам и их родителям, профессиональным педагогам и всем, кто строит новый уровень образования в Одессе. А уже 3 сентября праздничной программой начнет свою работу и детский сад. Расскажите, пожалуйста, всей Одессе, что объявлен добрый конкурс на лучшую школу по несколько постулатов. Первое – знание, второе – мораль, третье – комфорт, четвертое – безопасность. Мы с помощью Бога обязательно будем с сегодняшнего дня и на долгие-долгие-долгие годы занимать 1-е место. Так что с Богом, всего самого наилучшего. С праздником знаний нового уровня воспитания и образования в Одессе вас поздравляют Наталья Костынко, Валентин Мирза и весь 7-й канал.